Вернисаж в потоке света – одно из самых значимых выставочных проектов. Над ним работало больше 10 художников. Стоит отметить, что впервые в таком масштабе показана преемственность петербургских школ живописи и развитие ленинградского авангарда. На выставке представлены работы значимого художественного объединения, академических внуков Петрова-Воткина и преемников школы Сидлина, храмовой стены и четвертый этаж. Представлены ключевые работы Юрия Нашивочникова, Владимира Устинского, Дмитрия Маркуля и других. Здесь представлен такой переход такой, вот, школы Сидлина к храмовой стене. Это, в принципе, и там практически одни и те же. Одни и те же законы, это большие отношения. Это цинциальность, ну и так далее. То есть храмовая стена – это бесконечный путь развития, который не имеет куда-то устремлен каким-то медитативным состоянием. Ну, потому что Елисей занимался и эзотерикой в свое время, и спортом, и о нем можно рассказывать. Ему сейчас 99 лет, но его сознание очень ясное, чистое, и мы до сих пор вот с Маркулем, там, вот с ребятами, слушаем его, и он нас направляет. Это не значит, что он, как бы, это какая-то вот такая чисто мыслевая идея. Мы, как бы, доверяем его, потому что вот он видит какие-то вещи очень ясные, как бы заглядывает в будущее. А что вы сидели? Поставили в самый конец. Вначале были там авангардисты, потом реалисты, потом один человек там был, если замесовал. И народ идет, смотрит, знаете, вот так, снимается там, как баллончики, как доходит до нас, как кто, все правда на нас. И мы обратили внимание, что случилось? На нашу жизнь вообще надо очень дорого отдать. Это же история. Вдруг смотрим, вижу женщина, глаза квадратные, я ведь всю ночь не спала после вашей выставки. Она, оказывается, врачом работала в спектакле в Армении. И говорит, я на ваших работах отдыхаю. Для меня это как, знаете, ну, бальзам на уши. В 91 году, когда я пришел в студию Гарика Шелтонова, который был Владимир Кузнецов. Я тогда собирался поступать в наш вирус и просто брал какие-то уроки для фотографии. Но через какое-то время обучения в системе Владимира и дальнейшем знакомстве с Алексеевичем Нашивочником привели меня к тому, что я просто понял, что мне не нужно поступать в какие-то государственные учреждения,